Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Пятая часть вязания пледа лабиринт, четвертый блок. Немножко сложнее. Количество блоков то же самое, 13. Количество рядов в каждом блоке остается константой. Количество петель для провязывания одинаковое во всех частях. Четвертый блок. Один ряд. Первая часть белая. Один раз зеленая, три раза белых, это 48 рядов. Один ряд 16, один раз белым, один раз красным видно, три раза 48 рядов белый, красный и белый. Сложная конструкция, смотрим. Белый, зеленый, три раза белым, один зеленый, один белый, один красный, три раза белых, один красный, один белый. Присваиваем номер данному блоку 4. В следующей части мы разберем с вами вязание блока 5. Чтобы не потерять вязание, чтобы не потерять, как мы будем оформлять пледик, подпишитесь на наш канал. Не забывайте про вязальные посиделки и жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.